После уборки Самары от снега, которая шла непрерывно все выходные, дороги города расчищены. Но на некоторых отрезках есть сужение, которое в ближайшие дни необходимо устранить. Об этом говорил на совещании в мэрии первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Выезды из дворов расчищены на 90%, дворовые тротуары на 75%. В большей части дворов расчищена одна полоса проезда. Освободить от снега обе не позволяет запаркованный транспорт. Особое внимание во время расчистки уделяется объектам социальной сферы. На сегодняшний день мы говорим о расчищенном въезде в больницы, в социальные объекты, в станции скорой помощи. И особенно мы обращаем внимание, это улица Береговая, откуда везут кислород по ковидным больницам, и госпиталь ветеранов войны. Любая жалоба и любое поступление от них, мы тут же ориентируем все дорожные службы, чтобы привести в порядок. Я вчера сам вот объезжал, ковидная больница на Шверника обеспечена, по 22-му подъезду госпиталь обеспечен, ковидная больница 4-я. Всего в городе около 650 скатных кровель. Скопление снега на них особенно опасно. Поэтому в первую очередь перед главами районов и управляющими компаниями первым вице-мэром поставлена задача расчищать именно их. 71 кровля с выходом на тротуар сегодня будет очищена от осадков. На контроле козырьки подъездов, кондиционеры и любые навесные конструкции, с которых может упасть снег. Результаты работ на строгом контроле городских властей. В случае некачественной расчистки управляющие компании будут привлечены к административной ответственности. Тем более, что по прогнозам синоптиков, уже завтра город ждет новый снегопад. На вторник и среду мы тоже видим, что будет выпадание осадков. Там не тот, незначительно. Но в любом случае будет выпадание осадков. Тем более, еще раз подчеркиваю, вот за это 15-16 число, в частности, у нас, я в большей степени 14-15 число, у нас выпало осадков, если в совокупности за двое суток, свыше 34 миллиметров осадков. Это, если опять все познается в сравнении, в прошлом году у нас на эту дату высота снежного покрова составляла 52,52, 21 год, но за счет того, что там в декабре выпал снег, 52, то выпадание осадков было более около 80% на дату 15 января, то у нас сегодня на дату 15 января 106% выпало осадков от месячной нормы. Месячная норма составляет 47 миллиметров. Первый вице-мэр распорядился увеличить объемы вывозимого на полигоны снега с 5 тысяч тонн в сутки до 8-10 тысяч тонн. Эта работа должна вестись не только днем, но и ночью. Виктория Шарая, Василий Колдашов. События.